Привет, друзья! Каждому по приветику из прекрасного Петербурга. Вы на канале «Санкт-Петербург» с Еленой Жемчуговой. И мы говорим о Петербурге, о переезде, о работе, о вакансиях, где искать работу, о собеседованиях, о недвижимости, о районах города, о Ленинградской области, о климате, о погоде, о ситуациях, с которыми вы можете здесь столкнуться, обо всем. Поэтому подпишитесь, поставьте лайкосик, не забудьте, и мы продолжаем говорить о Петербурге. Сегодня я по вашей просьбе сравню два района. Открываем нашу карту Санкт-Петербург и смотрим, где же наши районы располагаются. Мурино, Ленинградская область, и Кудрово, Ленинградская область. Мурино расположено за КАТ, 10-15 минут без пробок и 20-40 минут с пробками. И Кудрово расположено внутри КАТ, но тоже считается Ленинградской областью. Смотрим дальше. Мурино. Город Ленинградской области. Административный центр Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района. Население 64 939 человек на 2020 год. Практически 65 тысяч. Это по официальным данным. По неофициальным намного больше, друзья мои. Инфраструктура. Станция метрополитена Девяткина. С 91 года называется Девяткина. Раньше было Комсомольская. Транспорт. Станция метро Девяткина. Станция Девяткина железной дороги. В 2006 году в Мурино перенесен Северный автовокзал, который с 2009 года имеет статус международной автостанции. У Мурино есть свой официальный сайт, Муринское городское поселение, жилье, здравоохранение, социальная защита, образование. Давайте посмотрим, что у нас с образованием. Общеобразовательное учреждение. Общеобразовательное учреждение. Средняя школа Муринский центр образования номер 1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя школа номер 2, номер 3, номер 4. Дошкольное образование. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение номер 61. Муринское бюджетное учреждение дошкольное номер 1. Дошкольное номер 5. Так, планируемые к строительству образовательные учреждения до 2020 года. Интересно, построили уже или нет? Строительство трех новых школ 640, 540, 780. Строительство трех новых школ, вместимость под 1250 мест. На сайте вы все можете увидеть, ребят. Я специально зашла, посмотрела, есть у них информация такая? Есть, замечательно. Здравоохранение, что у нас Мурино со здравоохранением. Кто живет, кстати, Мурино, напишите, ребят, на самом деле, что. Так, Муринская амбулатория в поселке Мурино. Это все рядом. Планируемый строительство объекта здравоохранения. Строительство двух врачебных амбулаторий, организация скорой помощи, развитие станции скорой помощи. Конечно, больница нужна в Мурино, такой большой город. Нужна своя больница, это точно. Так, давайте ограничим ценник до 3 миллионов. Есть что-нибудь? Квартиры Мурино. 25 квадратов. 2,8, 25 квадратов 2,8, ЖК «Авиатор», ЖК «Урбанист» 25 квадратов 2,8, «Авиатор» 21 квадрат 2,6, цены поднялись, ребят, немного. Если раньше можно было купить за 1,8, готовую без ремонта за 2,3 миллиона, 2 миллиона 300, то есть сейчас подорожали тысяч на 200-300. Квартира-студия 2,9. Круто. 26. Квартира-студия 28. 2,9 миллиона.
Так, давайте однокомнатные посмотрим. Мне интересно даже вот понять однокомнатные. 82 объявления. Так, однокомнатная, 45 квадратов, ромашки. Ромашки, говорят, долгострой, ребят. Поэтому в прошлом видео мы ромашки показывали. И мне писали в комментариях, что ромашки, Лена, обратите внимание, это долгострой. Дальше, ЖК «Материк», ребят, кто знает? ЖК «Материк», 37 квадратов, 2,7. Это хорошая цена. Что нам пишут о нем? ЖК «Материк» находится в поселке Море, на территории Всеволожского района, дом кирпичный, монолитный, надежный застройщик, а квартире. Квартира находится на третьем этаже, общая площадь 37, светлая комната. Давайте посмотрим, где это находится. Где это находится? От метро. Вот метро. Ну, понятно, Воронцовский бульвар тут рядом. Воронцовский бульвар. Вот он, Воронцовский бульвар. И в этом месте находится Графская улица рядом. Мы там с вами проезжали. Фоточки посмотрим. Фоточки вижу еще нереальные. А когда будет готово, реальные. Петрострой, официальный застройщик. Продается однокомнатная в ЖК «Материк». Детский сад внутри комплекса. Есть подземный паркинг. Надежный застройщик. Звоните прямо сейчас. Так, друзья мои, кто-нибудь уже был связан с ЖК «Материк», пожалуйста, пишите. 2,7 – хорошая цена для 37, почти 38 квадратных метров. Кухня 8, комната 18, практически коридор 6,3. Санузел совмещен. Так, хорошо, дальше. Так, Ленинградская область, кстати, тоже Воронцовский бульвар, но уже ЖК «Краски лета» мы проезжали. У меня девочка живет в «Красках лета». Продам квартиру-студию в новом доме ЖК «Краски лета», отделка стен под чистовая. До метро 15 минут пешком. Чё ж так дорого? У меня девочка в «Красках лета» купила квартиру за 1 800 000 и 2 года ждала. Или 1,5 года ждала, где-то так. Ну, они год, как бы, потом еще не полгода ключи выдавали. Она потом делала ремонт. Но она купила сразу за 1 800 000. Ну, здесь готовая квартира 3 миллиона. Цены, конечно, подросли значительно. Дальше посмотрим. Так. Однокомнатная 39, 2,8. 2,8. Давайте посмотрим. 39 квадратов, это уже однокомнатная побольше квартира. Вам просторную квартиру недалеко от метро, 10-15 минут. Внутри дома существует контроль доступа, ипотека, инфраструктура, несколько ТРЦ недалеко, детские сады, фитнес. Смотрим, где это находится. Графская улица, метро, вот. Ну, неплохо. Неплохо. Цена 2,8. 39 квадратов, 2,8. Это, я считаю, хорошая цена. Обратите внимание, ребят, это агентство. 2,8 цена неплохая. Для однокомнатной этой квартиры. Если в городе такая однокомнатная квартира будет в районе 4 миллионов. Это все нужно звонить, узнавать. Так, смотрим дальше. Однокомнатная 37, 2,5. Вот, ребят, говорите, что нет квартир. Вы мне писали в комментариях. Лена, в Мурино нет этих квартир. Но вот это же уже готовые квартиры. Вот, готовые ЖК. Давайте дальше посмотрим, где это. Петровский бульвар вообще рядом. Вообще хорошо. С дополнительной скидкой при покупке в 100%. До метро пешком 10-15 минут. Это мы все про Мурино знаем. Тоже неплохой вариант. Вот, все это Петровский бульвар. 2,8. Надо узнавать, ребят. Видите, вот цены есть такие. Агентство недвижимости. Можно позвонить и узнать. Так,
Дальше, ну еще что-нибудь в Мурино посмотрим быстренько, да? Так, 2,6 Муринская дорога, 37 квадратов, 2,3, 38, это что? Где такие картинки, непонятно, уже стоит этот дом или нет, продается, две школы, три детских садика, полностью щитовой отделкой, ламинат, хорошо, а уже это есть этот жилой комплекс? Или еще строится. Все это на Петровском бульваре, ребят. Вот метро Девяткина. Петровский бульвар, картинки. Надо звонить. Но во всяком случае предложение есть, можно узнавать. А то я думала, что ниже 3 миллионов уже в Мурино не найти ничего. Нашли. Хорошо. Посмотрели Мурино, какие цены, какая инфраструктура. Теперь переходим к Кудрово. Кудрово у меня тоже есть отдельный плейлист, ребята. Смотрите, там несколько видео. Мы гуляем по Кудрово с вами. И на машине, и пешком. Кудрово – город в Заневском городском поселении Севского района Ленинградской области. Благодаря расположению вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга, внутри кольцевой автодороги в 2 километрах от станции метрополитена улица Дыбенко, является одним из самых ближних пригородов Петербурга. Население 41 тысяча человек. Скорее всего, ребята, конечно же, больше. Так что Кудрово, Мурино примерно одинаково, может быть, чуть-чуть Кудрово поменьше. Население, инфраструктура. Кудрово работают три школы на 275, 600 и 1600 мест. В жилом комплексе Новая Кервиль открылся частный детский сад с плавательным бассейном. На начало 2017 года открыто два детских сада. На конец 2020 около 10 муниципальных детских садов сданы в эксплуатацию. Кто живет в Кудрово, ребят, пишите, как у вас дела обстоят с садиками, с школами. В Кудрово работают три школы, мы сказали. На конец 2020 года построено две пожарные части и завершается строительство поликлиники площадью 6500 метров квадратных, которая будет обслуживать до 600 человек за день. Ребят, пишите, в Кудрово уже открыли поликлинику новую. По проекту здание будет состоять из 5 этажей, стационар, женская консультация, стоматология, физиотерапия, амбулаторная хирургия, травмпункт, отделение лучевой терапии, а также гаража для машин скорой помощи. Выделено 76 миллионов рублей на строительство здания полиции на Европейском проспекте в Кудрово. Так, смотрим квартиры в Кудрово. Однокомнатная 3-4 квадрата 4 миллиона. Однокомнатная 39-5 миллионов. Однокомнатная 44-600. 39-5. Что-то цены пошли вверх. Так, улица Дыбенко. Одна комната 37 квадратов 4600, 40 квадратов 5400, 36 квадратов 4500, одна комната 49 5600. Дорого, ребят. 35, ну в смысле как дорого? Подорожали квартиры. 4600. Хорошо, давайте зададим цену до, не знаю, 3 500 миллиона. Давайте. Однокомнатная Кудрово 32 2 600, 39 3 300, однокомнатная 24 3 400, однокомнатная 3 200. Кстати, мы тут гуляли с вами. Не однокомнатная, это студия 21 квадрат. Вы знаете, как-то в Кудрово подороже, правда? Даже если смотреть просто по запросу на Авито, вот одинаковое объявление мы смотрим, только в разных районах. И там мы были. В Кудрово подороже мне показалось, ребят. Даже предложений нет больше за до 3 миллионов. В Мурино таких предложений побольше. Так, ну давайте, вот видите, студии 2,7, 3, 23 квадрата, 3 миллиона. 23 квадрата 2,8. Да, студии, это же как геометрия.
Дороговато, ребят, не знаю. Подорожало, конечно. Вот эти два района мы сравнили. Смотрите, ребят, у меня есть отдельные плейлисты, и там мы гуляем по улицам этих городов. Какой мы делаем вывод? Города Ленинградской области, оба. И Кудрово подорожало, мне кажется, чуть больше, чем Мурино. Обстановка в этих городах, вы можете увидеть в видосиках обстановку, атмосферу. Каждый город по-своему интересен. Нельзя сказать, что это просто густозаселенные районы, густозаселенные города и все. Нет, они отличаются. В Мурино, мне кажется, как-то больше людей. Там, может, пространство, вот улицы, ходят именно по улицам, гуляют, ходят, спешат куда-то. В Мурино плотнее население, плотность населения. В Кудрово там больше пространства. И как-то такое ощущение, что людей чуть меньше. И где-то Кудрово, я бы сказала, что мне показалось более симпатичным, чем Мурино. Но это те, ребята, друзья, тех, кого не пугают вот эти плотные застройки, высотные дома. Как по мне, так можно выбрать по таким ценам, которые они сейчас предлагают, и в самом городе. Вот в самом городе. Давайте в следующем видосе посмотрим, что нам предлагают просто в Петербурге. Какие-нибудь там вот райончики, не настолько густозаселенные, не настолько высокоэтажные. Потому что не все любят вот эти 26 этажей. Все, мои дорогончики, спасибо за комментарии ваши, спасибо за просмотры, спасибо за лайкусики. Продолжаем с вами изучать Санкт-Петербург. Вот так я попробовала сравнить два города, чисто даже понимание, что происходит с недвижимостью. И действительно, мы с вами увидели, что квартиры подорожали, подорожали. Все, в следующем видосе посмотрим, по каким ценам можно найти однокомнатную квартиру в самом городе. Посмотрим в следующем видосе, какие мы с вами найдем цены. Все, мои дорогончики, не забудьте поставить лайкусик, хорошего денечка, хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.